даже прям покажу, как я катаюсь. Метод открывания борта. Раз. Оп. И вот так вот у вас. Гуляй. Гуляй. Это, друзья, вот этим 26 дней. Сейчас, когда всех переведем, все выводки взвесим, с каждого выводка по одному взвесим, сколько, какой вес, 26-27 дней, а в обезьяны, по-моему, 32. У обезьяны поросята на 5-6 дней старше. Все, мы с мамой. Это я сам пробую первый раз делать отъем поросят и с помощью тачки, которую я делал вчера. И думаю, сам покажу и сам посмотрю. Так что я все сейчас делаю впервые. И я смотрю, что мне очень нравится это движение. У меня открывается как эта половина борта, ну верхняя часть. Так сам открывается и
вот эта вся передняя стенка. Вот эту сюда, эту тоже сюда. И вот так можно загрузить, закрыть побольше. Килограмм там 80 перевести. И едем дальше по следующих. Так, сейчас сразу нужны какашки, да? Какашки кинем туда до воды. Сейчас кинем какашки до воды. А потом... Вот у них, допустим, какашка. Опа! Густой такой червячок. И я сюда, где вода. А ну, раз, я так размажу, чтобы они знали. Кучу кидать не обязательно, лишь бы запах был. И вот тогда, раз, и все. Ну, сейчас всех перевезем, покажу, как воду сделал. Покажу и взвесим, какой вес при отъеме. Какой вес при отъеме у моих свиноматок первоходок, первенцев. И все, едем по следующих. Следующих поросят я уже саму загрузку показывать не буду, так как со своей непосредственно любимой помощницей и второй половинкой будем загружать. Там вокруг станка бегать, я их не поймаю сам. Там надо двум человекам с двух сторон. И сейчас мы сами будем загружать и уже будем дальше снимать. После погрузки поросят. Говорили, по траве плохо будет ехать. Едет хорошо по траве. И я тут сделал специальную такую ножку, если мне надо куда-то заскочить. Вот упираюсь сюда. И вот так я заскакиваю. Ну, если мне надо. Также я эту ножку сделал, чтобы кататься с горок. Но то уже совсем другая история. Вот. Раз. Как я тогда бегаю, как сайгак, два штучки, туда-сюда, туда-сюда. А вот три фотки и три выводка забрал. Половить их, конечно, проблема. Они шустрые. Это, наверное, самые большие. Но эти на 6 дней или на 5 старше других. Раз. И вот так два. Вот так три. Эти, наверное, и побольше, чем три. Получается, с таким переездом проблема, если сам вокруг станка бегать, забирать поросят. Они бегают шустрые. Иди. Давай, давай. Опа. Давай. Это обезьяны. Тяжелые. Да. Ну, взвесим. Сейчас веса принесу. Тут окинем прямо и взвесим. Сколько будут вес, какой будет проедем. И вот я теперь так еду по третий выводок. Раз. Не зачепилось. А.
Единственное, какой получается минус при всем этом движении, ну не минус, недоработка, надо это делать. Вот здесь залить такую как бы с этого, с раствора, с бетона эстакадочку. Залить, чтобы ровненько, раз, без этого порога. Тут было залито, но низко, уже поломалось. А так залить прям за подлицо. И вообще, и также продавать. Продавать я тут загрузил, кому надо, и повез прицепу к машине, выгрузили. То есть это тоже свои плюсы. Все, поеду за третьим вывод. Поступает в самостоятельную жизнь. Так, а этих сюда надо было подробно. Раз. Сейчас сделаем. Хорошая корыта метровая, как раз каждому, в каждую ветку корыта. Все, получается, тачечка уже не надо до следующего отъема. Сейчас. Все, не шугайтесь. Вот здесь мы сделали воду таким макаром. Ну, зашуганы. Поилки бэушные подкапывают немного. Резинку надо менять. Резиновую прокладочку. Ну, поставил. Потом закажу, нету новых нительных поилок. Все бэушка. Это бэушку перебрал. Покрутил, думаю, пойдет. А тут вот так, канистрочку поставил с грунтовки. И вот так вот. И регулируется. Попустил с гоночку, гаечку. Попустил ключом и регулирую выше, ниже. Швы. Так. Отъем сделали трех выводков. Четвертый выводок у нас на больничке. Ну то ГНЗ, это уже отдельно, отдельная тема. Но они вроде бы начинают уже хорошо кушать. Поноса у них нет, у тех, что я отсадил из больнички. Я их покажу потом в следующем видео. А этих сейчас принесу весы, будем взвешивать. Отсюда одного и отсюда одного. Тут получается... Это обезьяны, да? Это обезьяны, это у них на 5 или 6 дней разница, они старше, а это одинаковые. Вот посмотрим, сколько этим 26 дней. 26-27. И посмотрим вес.
На. Они привыкли с кастрюльки пить. Сейчас, ну, я думаю, час-два привыкнуть на поилку, на жену. Я насчет этого раньше переживал, а сейчас... Друзья, сейчас вот так у выварки их и повзвешиваем. Выварка у нас... Первые минуты и уже пьет воду, это с кастрюльки раньше пил. Эти уже начали пить, и эти, я видел, тоже пьют коричневый. Так, поставили выварку, поставили нули. Все. Нули. Ну, давайте с этих вот начнем. Так, это обезьянин вывода. Семь килограмм. Тоже 7 300. Ну, примерно вес, по, грубо говоря, по 7 килограмм. По 7 килограмм, и хотя те старше чуть-чуть, да. Ну и вот такой вес. На первородок для всех, для всех первородки вес нормальный, даже хороший. Это же не второй, не третий, не пятый опрос, а первый, то есть получается, что еще и нормально. Вот так, друзья, сделали отъем. Сейчас они, ну, буквально часик-два освоятся, я им поставлю корм. Наверное, поставлю окно сюда, чтобы не так сильно дуло. И двери буду закрывать на ночь. Чего вы за шум? А, парновку включить. И, кстати, вот этой ячейки хватает. Они пробуют залезть, но не пролазят. Как раз нормально, что я повалил. Если бы я не за не повалил, сейчас бы лазили тут так вот бегали. А так хорошо. Вот этот сарайчик у меня будет для отъема и для доращивания. Забрал поросят от свиноматок с того сарая, с большого, и сюда. Тут какую-то часть продам. И там еще жду опороса, уже оставлю себе. И вот так. Они, в принципе, все
Это белого, белый это трехпородный гибрид, а эти двухпородный гибрид. Кантур, эти дюрок, ну это тоже кантур получается и эвка, киевская генетика. Киевская генетика. Киевская генетика. Сейчас они начнут пищать дня два. Потому что без своей мамы начнут скучать. Ой, а эти забились вообще туда. Ого. Ну а так, друзья, сделали отъем. Вот такую я сделал приспособу для упрощения работы. И я вам скажу, мне очень понравилось. И довольно-таки легко весь выводок посадил, перевез, выкинул. А не бегать с каждым поросенком отдельно. То есть очень удобно, очень комфортно и очень хорошо. Также я думаю, если продавать выводок, если продавать там несколько сразу штук. Так само в тележку накидал их, повез до машины, до прицепа, выгрузил человеку, кто покупает. И все. Но это так, на будущее. Те колеса, которые я говорил и показывал в прошлом видео, что я купил колеса на тачку, я их сделал, колеса мне устраивают, но я буду делать еще одну тачку для того, чтобы вывозить туши. Ну вот большие туши, если там будут откорм, я тушку кинул и повез куда мне надо. Но правда сделаю то уже на более больших колесах с тормозами. Ну а так все, о чем сделали, поросята нормальные, все одинаковые, все хорошие. То есть по поросятам вообще вопросов нет. Сами поросята. Поросята как поросята. Хорошие, крупненькие, нормальные поросята. Не скажешь, что какие-то дистрофики. Все хорошие поросятка. Ну а те оставил я себе, тех четырех. Они уже хорошо едят. Ну я их покажу в следующем видео. Будем за ними наблюдать, поднимать и тоже потом... Будем выращивать тех проблем. Вот тут, друзья, а так сделали короткое видео. Сделали отъем сразу трех выводков. Я думаю, не буду мудохаться по дням высчитывать. Тех чуть передержал, тех раньше забрал, в среднем забрал в одно время и все. Так что, всем спасибо за внимание и всем пока.